Двух казахстанцев, бросивших новорожденного младенца на морозе, задержали карагандинские полицейские. В оставлении ребенка в опасности подозреваются 29-летний мужчина и 22-летняя женщина. Напомню, в минувшую субботу в центр оперативного управления позвонил мужчина, который сообщил, что у подъезда одного из домов Караганды лежит ребенок. Полицейским удалось спасти от обморожения новорожденного мальчика. Заведено уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства, иная информация о интересах следствия не разглашается.